Ну что, друзья, всем привет! Пятый день моего нахождения в холодном городе, в холодной обстановке. Ну, очередной раз двигаюсь по вот этому мосту, только обычно я вот с той стороны, сегодня с этой. Мне кажется, там просто я предположил, что раз там поворот идет такой налево, там не будет выхода к Кремлю. И сегодня я собираюсь именно туда. Я вчера об этом говорил. Фух. Я ужасно устал, я заколебался. Ноги в натуре у меня уже будут скоро как деревянные. От каждодневного катания на самокате. Но что поделать. Вот так вот. Автобус, слушай, что-то не особо интересно в автобусе. Но пока у меня просто есть энтузиазм. Я еще не настолько прям устал. Поэтому я еще пока на своем ходу двигаюсь. В будущем, наверное, перевернусь на общественный транспорт. Ладно, ребят, беру камеру, потому что очень неудобно. Я сейчас гору пиляю. Давайте еще раз вам покажу с этого ракурса Кремль. И вот скоро мы окажемся прямо в нем. Ну все, друзья, посмотрели Кремль. Уезжаю от него. Вон он там. Я уехал сюда. Ну, а если честно, то там поворот ведет налево, а здесь направо. То есть целый круг надо дать, чтобы туда добраться. Пока проезжаем вот такие вот скотики. Вот там вот кинговы. Ну, а мне надо вот на ту сторону, чтобы туда, вот туда добраться как-то. Ну что, друзья, я еще не доехал, конечно же. Думали, наконец-то добрался, но нет. Я решил вам показать, как отсюда выглядит. Вот она, стена, церковка. И решил показать вот. Вот этот инопланетный корабль, находящийся рядом. Это, в общем, рассказываю. Это прилетели инопланетяне и поняли, что с нас, россиян, взять нечего. Да, и хоть в цирке подрабатывают теперь, чтобы улететь себе, заработать бабок и гнать к себе обратно домой до хаты. Ну, а я сейчас двигаюсь дальше. Сейчас пару фоток сделаю и гоню туда. Вот так вот таскаю свои балласты. Это я, чтобы вы понимали, перебирался под вот этим вот дорогой. Вон оттуда. Чтобы побраться на эту сторону. Почти я у цели, в общем. В общем, ребят, вот такой вид. Закрыта дверь. Я не знаю, сейчас по кругу объеду. Я попробую попасть. Ну, если дверь, конечно, есть. Пока вот наблюдаю, тут тиктокеры снимают видео свои. Куча всего. Не, вид отсюда прикольный, кстати. В общем, долго обход не пришлось искать. Нашел центральный вход. Блин. Ребят. Короче, тут такой расклад. Чтобы вы понимали, попасть в Кремль, это бабки стоит. Я в шоке. А, ну и плюс. Нельзя животное место, самокатами и так далее. Ладно, тогда переносим пребывание в Кремле на следующий раз. Сейчас двинусь вдоль вот этой красивой улочки. Она очень прикольная. Прогуляемся, посмотрим, что вообще туда есть. В Кремль тогда перенесем. А, кстати, да, у нас сейчас по пути монастырь будет женский. Посмотрим, как он со стороны выглядит с вами. Да, прямо нельзя, то нельзя. Приходится лицезреть его с наружной стороны. Плюс я еще
лицезрею, как сюда движутся какие-то страшные тучки, и меня не, я их переживаю, потому что я держу фиг знает как камеру, потому что здесь кочки, ужасная плитка. Так, ладно, тучки меня пугают, потому что мне потом своим ходом добираться до дома. Ну, под дождем вообще не ась. Да, завтра, походу, рабочий день будет интересный. Интересный. Понимаете, да, о чем? Я стою как дурак, короче, и вдупляю. А там впереди меня то здание заменители. Монастырь где-то должен быть здесь, но походу он за теми домами, там одно крестик торчит, поэтому мне кажется он туда. То есть я опять поворот раньше времени повернул, блин, придется разворачиваться опять обратно. Обидно, обидно. В общем, я оказался прав, поднявшись пешочком в горку, я продолжаю добираться в горку. Сейчас. Вот он, женский монастырь. Так, что-то все заходят с другой стороны. Не знаю, раз он женский, можно там мужикам. А, ну он мужик там есть. Сейчас тогда объеду и подойду поближе. Так, что-то мне не то объяснили, потому что написано, что это мужской монастырь. То есть мне не так донесли информацию, похоже. Пока меня никто не выгоняет, буду двигаться дальше. Вот. Вот так вот он выглядит. Этот батюшка стоит. Ну, вот так получается тут виды. Сейчас двину в сторону парка. Может там с ребятами как поздороваться. Ой, если что-то вижу, сразу вам палю. Буду держать вас в курсе всех событий, все, что происходит. Немного жалею, что на самокате, потому что ходить с ним в половину мест не пускают, точнее не в половину. В 90% мест самокатом нельзя. Говорю, даже нести, если, говорит, тоже, говорит, нельзя. Вот такие вот пироги. Надо будет куча всего обойти, но уже без самоката. Ну, как раз. В плане, скоро начнется дожди, его не вариант будет мне передвигаться, и может тогда будет куда-то ходить смело. А сейчас, на данный момент, это очень удобный для меня транспорт, передвижение. Выгодный, с вечным двигателем моих ног. И сейчас двигаюсь в сторону парка. Вот, кстати, сейчас проезжаем тюрьму. Чего я удивлен даже, кстати, что нифига себе. В центре города, в таком районе, и тюрьма еще есть. Она вся обвешана колючими проволоками. Таких логотипов нет, просто мне тоже, кстати, это уже сообщили, что это тюрьма. Я иду по району, который проезжал со стороны на машине, меня когда везли, мне рассказывали. Сейчас я это рассказываю вам теперь. Так. Куда мне двигаться, куда двигаться. Вот такие тут улочки, все красиво, четенько, эстетично. Так, если кто там говорит, то что сейчас мне будет писать, что я держу камеру снизу, то не пишите, потому что просто посмотрите на вот этот вид вниз, как съезжать, не держа руль. Это с первой очереди это Санька касается. Гоняя здесь, я понимаю то, что здесь очень много, наверное, религий, очень много национальностей, потому что здесь я живу сам возле мечети. Я только сегодня проехал около 3 церквей, то есть это только в один путь я еду. Представляю, что в другую сторону города всех, там, наверное, то же самое. Но хотя не факт, потому что я еду сейчас через самый такой район, дорогущий, богатый, может, видите, да? Вокруг меня пейзажики, все красиво, дома, блин. Тех, кто малоимущий. То есть здесь район такой бедный. Довольно-таки. Да. Так, вот это тоже, кстати, интересное здание. Тоже было интересно мне туда офигеть подниматься. Ступеней полно. Вот туда наверх.
тоже интересно узнать, что это такое. Сейчас займусь именно этим. А вот, кстати, и нет, ребят. Вот. Блин. Вот туда. Туда я не полезу. Туда не полезу. Это будет в следующий раз. Когда я буду без самоката. Потому что я уже устал. Сейчас смотрю, там столько ступеней, что я прозрею. Ну и тем более, что вам за один марш-бросок показывать надо. Ну и видите, я, грубо говоря, я в поверхность еще и прохожу. Внутрь не побывал, там не бывал. Хотелось бы и в монастыре побывать, и там побывать вживую, поэтому да. Пока вот это прикольное здание оставим за кадром. Покажу вам в следующий раз. Фух. Ну а я почти, кстати, как бы я ни ходил, куда бы ни поворачивал, я, оказывается, все время двигался вдоль набережной, на которую я уже не раз ездил. И сейчас я двигаюсь в сторону парка. То есть все это время я шел в нужном направлении, хоть и с другой стороны. Ну что, друзья, пятый день подошел к концу. Сейчас вы будете думать, что за фигня, а где продолжение? В общем, когда приехал на работу, ребята мне, оказывается, писали, а мне оповещение не приходит. Мне надо было, он попросил, чтобы я его подменил, а я сразу сказал, типа, блин, я все равно здесь, давай подменю. Только начал работать. Мне Джамиль говорит, давай, кабейнька, орлы бери, едем в Крым. Там какие-то чуваки приехали, показывали им Wi-Fi, трючки там, все дела. В общем, откатался сегодня в крытом парке, прокатал. В свете не был, но был в парковой зоне, вообще люто, люто круто, мне понравилось там кататься. И был в, как он называется, в боуле бетонном. Этого вам не увидеть. Но не беда, не беда. Завтра, мне сказали, завтра приезжает какой-то топовый фотограф. Он будет нас фотографировать. Ну, как бы он хочет фоткать парк, но, как они выразились, смысл фоткать парк пустой. Поэтому завтра мы будем кататься. Нам будут крутые фоточки сделать, сказали. И я постараюсь это все заснять. Да. Наверное, так закончим. Не забывайте лайки, комментарии, подписки. Я слежу за вами. Угу.